Один, два. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. От лица культурного центра имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии в Москве я приветствую вас на открытии культурно-просветительской выставки «Лев Толстой и Махатма Ганди. Уникальное наследие». Для приветственного обращения позвольте пригласить на сцену чрезвычайного и полномочного посла Республики Индия в Российской Федерации, его превосходительство господина Ракхавана. Mr. Joseph Kobzon. State Duma Deputy, Ms. Svetlana Butkova, Head of the Moscow Airport Municipal Region, Ms. Lyudmila Sekachova, who is the coordinator and the curator
of the exhibition that we have here today. Friends, ladies and gentlemen. Господин Осип Кобзон, дорогие друзья, госпожа Сикачева, депутат Государственной Думы и глава муниципалитета Московского региона. It's really a very great pleasure for us on behalf of the Jawaharlal Nehru Cultural Center and the Embassy of India, Moscow, to welcome all of you here today to this quite remarkable exhibition. Для нас большая честь от имени посольства Индии в Москве, а также культурного центра имени Джавахарлала Неру приветствовать вас на этом знаменательном мероприятии. This exhibition, I must mention to you, is also happens to be held on the 100th anniversary of the return of Mahatma Gandhi to India from South Africa. И это мероприятие также проводится в честь юбилея, столетнего юбилея возвращения Махатмы Ганди в Индию из Южной Африки. India and Russia, of course, as we all know, have a long tradition of friendship, have a long tradition of cultural affinity, and have had interaction which goes back to centuries. Как мы все знаем, и у Индии, и у России очень долгие дружественные отношения, долгое культурное взаимодействие, которое длится веками. But this particular aspect of the India-Russia connection, the connection between Leo Tolstoy and Mahatma Gandhi, is probably not quite as well known as most aspects of our bilateral relationship. А именно этот аспект взаимодействия между Индией и Россией, а именно отношения между Махатмой Ганди и Львом Толстым, не очень хорошо известны публике. It is a quaint and, in fact, somewhat peculiar story of how this philosopher, who was at the height of his international recognition, had a correspondence with what you might consider as a young and upcoming politician. Это довольно-таки интересный момент или факт, то, что произошла связь между философом, который был на высоте своей международной, скажем так, карьеры, и новым молодым философом. A rising politician. An up-and-coming politician. Новым политиком, который только стоял у истоков своей карьеры. Because Leo Tolstoy at the end of the 19th century was a very well-known, well-established writer and philosopher. Потому что в свое время Лев Толстой был хорошо известным выдающимся философом и писателем. And Mohandas Karamchand Gandhi was a young lawyer in South Africa, trying to find a way to lead disadvantaged colored community in that country against the apartheid regime. Махатма Ганди был всего лишь юным политиком, который работал в Южной Африке и пытался защищать и отстаивать права цветных людей, кто очень много страдал. Махатма Ганди, in fact, got acquainted with Tolstoy in 1894 through the book The Kingdom of God is Within You. Махатма Ганди познакомился с Львом Толстым в 1894 году благодаря книге «Царство Бога внутри тебя». And then he came across a letter to a Hindu written by Tolstoy to a militant Indian activist called Tarakanath Das. А затем он столкнулся с письмом из газет издания «Хинду», которое Лев Толстой написал военному активисту, милитанту Дасу. And Mahatma Gandhi was so impressed by that letter, he actually got it translated into Gujarati and circulated it among people whom he knew. Махатма Ганди остался под высоким впечатлением от этого письма. Он перевел его на язык Гуджарата и распространил его в этом регионе. In October 1909, I see from one of the biographies I find that he wrote to Tolstoy informing him of his non-violent struggle against racial oppression in South Africa.
1909 году, эту информацию я узнал в одной из биографий, он написал Толстому, говоря о том, что он поддерживает движение не насилия в Южной Африке. And it is a very, the letter was written in a very respectful tone. И это письмо было написано в очень уважительном тоне. And Tolstoy wrote in reply that I have just received your letter, which has given me much pleasure. Письмо было написано с высоким уважением, и в ответ Толстой написал, что для меня было большим наслаждением читать его. And he said that the struggle of the soft against the harsh, of meekness and love against pride and violence is very important. И он сказал, что это борьба между мягким и твердым, жестоким, между слабостью и силой. Of meekness and love against pride and violence. То есть борьба между гордостью и насилием. It's very clear that the concept of passive resistance is something that Mahatma Gandhi took from Tolstoy's thoughts and developed it. И абсолютно ясным является тот факт, что концепт пассивного противостояния Махатма Ганди получил от Толстого. Of course, Gandhi showed his debt to Tolstoy by naming a farm which he developed in Johannesburg as Tolstoy Farm. И, конечно же, свое уважение Толстому Ганди проявил, основав фарму в Йоханнесбурге, которую он назвал ферма Толстого. So it is a connection that has been actually not quite sufficiently studied. There are scholars who have studied this connection, there are scholars who have written about it, but perhaps it is not as well known in the public domain. Эта связь не очень хорошо известна, и, конечно же, есть ученые, которые изучали эту связь, есть ученые, которые об этом писали, но все равно до сих пор очень мало известно об этом. So I'm glad that an exhibition of this kind brings this into public attention. И я рад, что подобного рода выставка предоставляет публике эту связь. I believe a version of this was first displayed in 2009. И насколько я знаю, первая версия этой выставки была представлена в 2009 году. And it has been shown in a number of other locations in Russia. И я знаю, что эта выставка была представлена в ряде других мест России. So in this 100th anniversary of the return of Mahatma Gandhi from South Africa to India, we are glad to host this exhibition here. И на этом столетнем юбилее возвращения Махатмы Ганди из Южной Африки в Индию мы рады приветствовать вас здесь. And we are glad that other attempts are also being made to highlight the Gandhi-Tolstoy link. И мы рады, что есть ряд других мероприятий, которые направлены на то, чтобы подчеркнуть связь между Толстым и Ганди. We have with us Галина Евтушенко, who is planning to produce a documentary film on this subject. Сегодня в зале присутствует Галина Евтушенко, которая планирует, работает над фильмом между связью Льва Толстого и Ганди. So we look forward to more public exhibitions of this kind, which highlight this important link between our two countries. И мы надеемся на более публичные выставки подобного рода, которые смогут подчеркнуть такую связь между нашими странами. And I would like to compliment Людмила Секачева for putting together this exhibition and for enabling us to organize this event. И я хочу поблагодарить Людмилу Секачеву за то, что именно благодаря ей мы организовали эту выставку и представили ее публике. And also for arranging for a little cultural performance from Katyusha Center here for us. Ну и также хочу поблагодарить ее за организацию небольшого культурного мероприятия от центра Катюша. So a warm welcome to all of you once again. Теплые приветствия еще раз всем вам.
Большое спасибо, господин посол. Дорогие друзья, ну а мне остается передать микрофон автору и руководителю международной программы «Парад творческого наследия России и Индии» и международного культурно-просветительского проекта «Открой доброте свое сердце», директору некоммерческого партнерства «Мир традиций», хранителю выставочной экспозиции и организатору ее показа в России Людмиле Леонидовне Сикачевой. Аплодисменты. Извините, я не очень велика ростом. Уважаемый господин посол, почетные гости, дорогие друзья и единомышленники, разрешите от всей души поздравить вас с сегодняшним праздником доброты, с открытием уникальной выставки «Махатмы Ганди и Лев Толстой. Уникальное наследие», которое проходит в год литературы в России в рамках международного межрегионального проекта «Открой доброте свое сердце». Позвольте познакомить вас с приветствием министра культуры Российской Федерации с нашей сегодняшней церемонией. Организаторам, участникам и гостям выставки «Лев Толстой и Махатма Ганди. Уникальное наследие». Дорогие российские и индийские друзья, приветствую организаторов и участников церемонии открытия выставки «Лев Толстой и Махатма Ганди. Уникальное наследие». Это важнейшая часть международного и межрегионального культурно-просветительского проекта «Открой доброте свое сердце». Знаменательно, что это событие проходит в год литературы в России, в 15-ю годовщину установления стратегического партнерства между Россией и Индией, в столетие возвращения Махатмы Ганди в Индию для начала освободительного движения индийского народа за свою независимость. Особенно актуально, что тема просветительской пропаганды нравственных ценностей, которой посвящен данный проект, звучит в годовщину 70-летия победы над фашизмом. Переписку Льва Толстого и Махатмы Ганди на тему ненасилия справедливо называют «инструкцией нравственности для общества». Открывающаяся выставка пропагандирует основы ненасильственной философии этих миротворцев во имя нравственного оздоровления общества и каждого человека в отдельности. Желаю успеха и долголетия проекту «Открой доброте свое сердце» министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский. В год Индии в России в 2009 году выставка была подарена России Межнациональным фондом Ганди. И в дальнейшем была передана некоммерческому партнерству «Мир традиций» для постоянного хранения и показа в России и за рубежом. Выставка представляет собой иллюстрацию знаменитой переписки двух апологетов ненасилия и является, как уже и говорит министр, для нас, для всех нравственным документом, для общества, в котором сейчас происходит испарение морали, нравственная деградация, идет искажение, возникает негативное такое искажение общественного мнения. То есть людям нужна нравственная поддержка. Поэтому наш проект «Открой доброте свое сердце», он направлен на гармонизацию сознания человека и, в первую очередь, гармонизацию информационного пространства вокруг него, перенасыщенного сегодня образами агрессии и насилия. Человеку в этой ситуации трудно спокойно работать, доверять, уважать окружающих людей. Поэтому мы планируем в рамках этой программы реализовать идею объявить 2016 год в России годом доброты. Эта идея поддержана властью разного уровня, некоммерческим сектором, москвичами, россиянами. Среди нас уважаемый почетный гость Иосиф Давыдович Кобзон,
Он также поддержал эту инициативу и обратился с ней к Владимиру Владимировичу Путину. Поэтому осталось немножечко как-то эту тему реанимировать. И этот год, спасибо вам, Юрий Давыдович, этот год доброты будет очень важен в том плане, что и пресса будет настроена на пропаганду нравственных ценностей. И это будет каким-то активным общественным таким резонансом. Люди будут все обращены к этой теме, будет много важных мероприятий, будет проводиться большая просветительская работа. То есть общественность сама поднимается на сохранение своего нравственного здоровья. Деятельность Махатмы Ганди, Льва Толстого, роль их личности в истории с большим уважением охарактеризовал первый премьер-министр свободной Индии Джавахарлал Неру. Он сказал: «И вот пришел Ганди. Он был подобен струе свежего воздуха, которая заставила нас расправить плечи и вздохнуть полной грудью. Он был подобен вихрю, который всколыхнул все вокруг и в первую очередь человеческое мышление». Знаменитый историк и философ Арнольд Тонби говорил, что Ганди удалось освободить Индию от англичан, но они смогли ретироваться из Индии без затаенной вражды, уважая этого лидера ненасильственного освобождения своей страны. К столетию со дня рождения Толстого Махатма Ганди в своей речи говорил: «Никто до Толстого в мире, ни после него, не говорил так много и проникновенно о ненасилии. И Россия дала мне в лице Толстого учителя, который помог сформировать мне мою философию ненасилия, Сатьяграху». Сам же Джавахарлал Неру к 50-летию со дня смерти Толстого говорил о том, что Толстой – это вечный странник, идущий вперед в поисках правды и красоты. И если мы будем думать о нем, то частица его величия, его мудрости сойдет на нас и поднимет нас еще выше. Радость в жизни, в нашей жизни, в том, чтобы, как и Толстой, отстаивать свободу и радость для всех людей. Махатма Ганди, Лев Толстой писал в своих трудах: «Каждый хочет изменить человечество к лучшему, но никто не задумывается о том, чтобы начать с себя, чтобы измениться самому». И Махатма Ганди, продолжая мысли своего учителя, говорит: «Если хочешь изменить окружающий тебя мир, начни с себя, стань частью этого изменения. Изменись сам так, как ты хочешь изменить мир». И эти нравственные ориентиры двух великих миротворцев легли в основу нашего проекта «Открой доброте свое сердце». С 2009 года проект был реализован в 15 городах 8 регионов России, от Ненецкого округа до Алтайского края. Люди были настроены на этот проект, они были открыты этой теме, благодарили сердечно, говорили, что в этом окружающем пространстве, где царят агрессия, жестокость, злоба, возникает такая тема. Это действительно способствует через просветительство согреть сердца людей. В программе, в наших планах, продолжить показ этой выставки по России и за рубежом. Мы надеемся, что нам в этом поможет Министерство культуры, поскольку в предыдущие года Департамент культурного наследия Министерства помогал нам выехать в различные регионы. Планируется также создание памятника, единого памятника Махатме Ганди и Льву Толстому. Они достойны стоять рядом.
Это будет такой несколько, некоторый такой символ, памятный символ нравственности. Мы даже в Петербурге уже место для этого памятника обрели. Это на Петроградской стороне улица Толстого, там сквер. Мы считаем, что Россия может объявить международный конкурс на создание этого памятника, и к нему будет привлечено внимание скульпторов, художников, мировой общественности. То есть фактически Россия будет пропагандировать нравственность, основы закона нравственности через искусство. Считаем правильным и необходимым создать художественно-хроникальный фильм о Махатме Ганди и Толстом. У нас достаточно материалов, тем более сейчас подписываются договора с индийской стороной о совместном создании кинофильмов. И с участием индийских, российских актеров создать этот фильм, это будет действительно такой кинематографический памятник этим людям. И с этой темой может познакомиться большое количество россиян. Мы планируем выпустить сборник материалов о Ганди с Толстым, куда войдет текст их переписки. Фильм хроникальный о великих миротворцах. И этот сборник могут стать важным учебным пособием просветительского характера для дошкольного образования по теме нравственности. Мы даже считаем, что важно в школах в процесс образовательный ввести урок доброты или урок нравственности, где дети будут сами выражать свое представление, сами становиться такими активными участниками этого просветительства. Поскольку, как говорил Ганди и Толстой, если хотим изменить мир, надо начинать с детей. Поэтому детская тема особенно важна в нашей деятельности, и поэтому частью проекта «Открой доброте свое сердце» является проект «Наполним добротой сердца детей». Мы были в социальных приютах, в школах-интернатах, в Можайской колонии для несовершеннолетних. И везде пытались как-то нравственно поддержать наших детей. Также мы, 2016 год, это будет год российской культуры в Индии. И мы считаем, что этот проект был бы очень важен в Индии, поскольку наши индийские братья должны знать, что россияне чтут Махатма Ганди и продолжают дело его и Толстого по пропаганде нравственных ценностей. Мы очень рады, что посольство нам предоставило возможность показать эту выставку здесь. Я думаю, что это большая честь для нас. Думаю, что мы достойны, раз мы вышли на дорогу доброты с этой темой, в руках у нас философия ненасилия Махатмы Ганди, Льва Толстого, мы пойдем этим путем, каким бы трудным он ни оказался. Поскольку Россия и Индия в лице Толстого и Ганди являются, можно считать, историческими лидерами в нравственном оздоровлении человека и общества. И на этом пути добром с нами всегда будет образ Ганди и Толстого и их бессмертная инструкция нравственности. И всегда будем помнить о том, что мы должны начать с себя, то, что хотим изменить вокруг. И пускай с нами всегда будут заповеди Толстого. Знания без нравственной основы ничего не стоят. Наше усердие, наше старание – это залог собственного нравственного совершенства. И Толстой много говорил о том, что добро – это высшая цель жизни. И как бы мы все ни относились по-разному к добру, мы все равно знаем, что наша жизнь – это путь к доброте. Поэтому мы будем следовать этим путем с вашей помощью, уважаемые почетные гости, с помощью СМИ и просветительства. Ганди говорил: «Найди цель». Ресурсы найдутся. Цель обретена. Ресурсы – это честное, открытое просветительство. Мы пользуемся этим инструментом.
пытаемся настроить его на добрый деловой лад. И у нас все получится, потому что мы видим поддержку людей. Слава Толстому! Слава Ганди! Джай Толстой! Джай Ганди! Церемонию, и сейчас с благодарностью к нашим почетным гостям предлагаем слово для приветствия. Слово предоставляется человеку, для которого вся его жизнь — это дорога добра. На сцену приглашается заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре, народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон. Он по-настоящему добрый. Мы так устали от злости, мы так устали от волнений, что присутствовать сегодня на этом празднике доброты, дружбы и ненасилия для каждого из нас как глоток свежего воздуха. Мы сегодня услышали достаточно подробные рассказы о двух философах, великих представителях индийского и русского народов. Философия Махатма Ганди и Льва Толстого сформировала вот акты ненасильственного мира, которые сейчас были бы так актуальны. Ведь благодаря философии отца нации, как его называли, Махатма Ганди, благодаря его философии индийский народ избавился от английского господства ненасильственным путем, избавился и стал самостоятельным. Вот какой пример ума, терпения, выдержки показал Махатма Ганди, которому поверил индийский народ. Сегодня, как никогда, дружба между великими философами-мыслителями Махатмой Ганди и Львом Толстым необходима как понимание, когда мы задаем себе вопрос, что делать, что предпринять для того, чтобы успокоить мир, для того, чтобы призвать мир к ненасилию, а к доброте. То, что происходит в мире, в Юго-Восточной Азии, в Европе, то, что происходит на моей родине, в Украине. Все это тревожит, как не хватает сейчас этих двух великих философов. И как не хватает той философии «Открой доброте свое сердце», которую пропагандировали они. Очень нужно поверить то, что мы можем осуществить этот проект. И
чтобы он не стал проектом, а чтобы он вошел в нашу жизнь. Уважаемый господин посол, я всегда любил Индию. Я даже помню, как мы в школе, не переставая, говорили «Хинди, руси, пхай, пхай». Мы говорили это с удовольствием, понимая, что мы говорим. Я дважды побывал в Индии и полюбил этот трудовой народ, справедливый народ, сильный народ, народ, который и страна, которую уважают во всем мире. И слава Богу, никакие агрессоры не позволяют себе фамильярничать с этой великой страной. Потому что она живет по философии «Открой добру свое сердце». И она открывает свое доброе сердце всем страждущим, которые соприкасаются с индийским народом и со страной Индия. Я благодарю чрезвычайно уполномоченного посла и индийское посольство за эту акцию. Хочется, чтобы она была продолжена, чтобы этот скромный музей нашел свое продолжение и в музее Толстого, нашел свое продолжение в показе той скромной коллекции портретной, которую мы с вами наблюдаем. Я хочу надеяться на то, что все, о чем мы сегодня говорили, и все, к чему мы призывали, что мы констатировали, называя те великие достижения позапрошлого века, которые оставили нам в наследство Махатма Ганди и Лев Толстой, чтобы они стали частью нашей жизни. И чтобы проект, с которым я обратился к президенту России Владимиру Владимировичу Путину, чтобы 2016 год стал годом добра в России и не только в России, всех стран, которые разумно относятся к окружающей действительности. Я в своих концертах исполняю новую песню, в которой есть такие слова: «Нам не нужно чужой территории, мы ни с кем не хотим воевать, но кому-то уроки истории не советуем мы забывать». И мне очень хочется, чтобы не забывали люди эти уроки истории, уроки, которые преподали нам Махатма Ганди и Лев Толстой. Я хочу пригласить на сцену моих маленьких коллег, моих друзей, и вместе с ними исполнить песню «Дорогою добра». Встречайте молодых артистов. Смотрите, какие они красивые. Пожалуйста. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба ведет себя не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Сколько будет разных сомнений и соблазнов. Не забывай, что эта жизнь не детская игра. Ты прочь гони соблазны. Усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра. Ты прочь гони соблазны. Усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра. Спасибо. Пусть добро войдет в каждое сердце, в ваше, в наше, в общее сердце. Спасибо, господин посол. И спасибо Индии за то, что она всегда остается доброй страной, как завещал Махатма Ганди. Спасибо, Иосиф Давыдович. Эта песня стала своеобразным гимном нашего проекта. Спасибо большое. Цветы, выступить с Иосифом Давыдовичем – это большой почет, особенно в посольстве Индии. Спасибо. Давайте вы... Да, да, да. На дороге доброты не просто быть, да. Да, спасибо. Спасибо, Иосиф Давыдович. Спасибо. Дорогие друзья, у нас с нами сегодня заместитель министра культуры Российской Федерации Елена Борисовна Миловзорова. Так получилось, Елена Борисовна, что мне пришлось прочитать приветствие министерства. Спасибо вам большое за то, что вы появились. Елена Борисовна как раз является членом рабочей группы межправкомиссии по туризму, культуре, Министерства культуры, и она, естественно, как-то курирует это направление, и вот мы говорили о том, что мы хотим продолжить выставку, Департамент культурного наследия помогал нам в этом, мы хотим продолжить, тем более 15-летие стратегического партнерства, будем просить Минкультуры как-то нас поддержать. Спасибо, что вы с нами. Дорогие друзья, у нас, извините, я просто не буду подниматься на сцену, ну, там должны быть уже более такие солидные люди по званию. У нас с нами должен быть сегодня губернатор Тульской области Владимир Сергеевич Груздев. Тульская область – это один из регионов первых, где мы показали выставку. К сожалению, Владимир Сергеевич не смог приехать, и сегодня с его приветствием в наш адрес обращается заместитель руководителя представительства Тульской области при правительстве Российской Федерации Владимир Алексеевич Васильев. Добрый вечер, уважаемый господин посол, уважаемые гости. Действительно, наверное, это закономерно, что сегодня на этом празднике, на этом торжественном вечере присутствуют представители Тульской области. И здесь заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Николаевна Татарченкова. И мы передаем вам слова губернатора Тульской области Владимира Сергеевича Груздева. Примите поздравления с открытием выставки «Лев Толстой и Махатма Ганди. Уникальное наследие». Тульская земля – это родина Льва Николаевича Толстого. Со дня рождения Льва Николаевича прошло 186 лет. Мир стремительно меняется. Но неизменным остались те простые истины, которые отражены в трудах писателя. Это добро, любовь и чувство справедливости. Уникальную роль Ганди в истории человечества сегодня признают многие. Верность своим духовным истокам он сохранил до конца дней. И именно эту духовность
придавшая особую силу первому же возглавленному движению за права, достоинство и свободу людей, принесла его высокий титул Махатмы. Экспозиция, которую мы сегодня здесь осмотрели, дает возможность познакомиться с богатым творческим наследием двух великих представителей индийского и русского народов, близких по своей философии и мировоззрению. Как и Толстой, Ганди выступал сторонником единства религиозной истины, выраженной мыслителями и философами разных эпох. Их сближало отрицание насилия для достижения политических целей. Сегодня культурные связи между Россией и Индией базируются на прочной основе взаимопонимания, уважения, близости и восхищения искусством, культурой, музыкой, танцами и кинематографом друг друга. Мы гордимся тем, что и взаимосвязь наших культур, и дружба между нашими народами и государствами имеет такую богатую историю. Еще раз поздравляю всех с открытием выставки «Лев Толстой и Махатма Ганди. Уникальное наследие». И позвольте два слова сказать от себя, и Владимир Сергеевич тоже это подтверждает. Мы готовы принять всех вас на гостеприимной тульской земле. И учитывая то, что Тула является вообще кузницей обороноспособности нашей страны, мы действительно та земля, на которой куется победа и Советского Союза когда-то, и сегодняшней России. Но тем не менее, мы вас приглашаем к себе, чтобы вы подышали воздухом Ясной Поляны и вдохнули и почувствовали ее силу и миролюбие. Доброго вам всем здоровья. Спасибо. Спасибо, Владимир Алексеевич. У нас с нами планировал быть Никонов Вячеслав Алексеевич, но вот, к сожалению, да, его нет. И тогда я передаю слово руководителю муниципального округа «Аэропорт» Светлане Львовне Будковой. Это человек, который поддержал наш проект, помогал в его реализации и, в общем-то, все время с нами на дороге доброты. Светлана Львовна, да, пожалуйста. Да нет, ну туда, по статусу. Уважаемый посол, дорогие гости, рада приветствовать вас от лица жителей славного района «Аэропорт» Северного округа нашей столицы, района творческой интеллигенции. И вот сейчас раскрою небольшой секрет, что наш район явил миру, так сказать, собственно, Людмилу Леонидовну Секачеву, благодаря неуемной энергии которой мы сегодня здесь собрались, и трудно переоценить и ценность, и важность сегодняшнего мероприятия в связи с тем, что действительно в наши такие сложные, такие, в общем, непростые времена, которые сопряжены с конфликтами, с кровавыми событиями, да, любое слово, сказанное о доброте, сказанное о наших нравственных и духовных ориентирах, таких как Толстой и Ганди. И что такое Толстой для русского народа и для русского человека, для русской культуры? Это душа, наверное, да? Душа, потому что вот никто, наверное, так не отражает русскую душу и русского человека, как Толстой. Эти метания, поиски, трудности и так далее. Ну, как бы тут присутствуют специалисты, которые, наверное, больше меня и больше, чем кто бы то ни было, знают о том, кто такой Толстой. Да? И поэтому, конечно, стремиться и начинать в первую очередь с себя, менять мир к лучшему. Вот этому я учусь вот у Людмилы Леонидовны, которая с такой энергией человек, с такой большой душой двигает, знаете, каждое утро чистит планету по-настоящему. Поэтому я очень благодарна ей в первую очередь и считаю, что, как бы, конечно, мы все, наверное, присоединимся к этим словам о том, что в перспективе вот у этого мероприятия должно быть большое будущее. И надеюсь, что вот высокие гости, которые сегодня почили мероприятие, дадут тот результат, о котором она мечтает, чтобы наконец-то годом доброты, это та инициатива, которая началась именно в нашем районе, в районе «Аэропорт», повторюсь, все-таки нашла свою реализацию, и все у нее бы получилось. То есть какой-то из будущих годов, возможно, там 16-й, 17-й, то есть у нас
в перспективе целую жизнь. Какой-то год будет объявлен годом доброты. Спасибо большое. Спасибо, Светлана Львовна. Вслед за выставкой в посольстве показ будет продолжен в общеобразовательных учреждениях города Москвы. И слово предоставляется директору одной из лучших гимназий в Москве, на базе которой будут проходить экскурсии. И экскурсоводами будут сами дети. Депутат Московской городской думы, уважаемая Ирина Викторовна Ильичева. Уважаемый господин посол, дорогие друзья. Вы знаете, вот та атмосфера, которая сейчас присутствует в этом зале, наверное, мало сравнима с чем. Теплота, абсолютно тонкое понимание друг друга. Но как важно, чтобы вот это все можно было передать детям. Наше восприятие того, что здесь происходит, оно безусловно и несомненно для каждого из нас. Но мне кажется, на сегодняшний момент самым трудным и самым серьезным является то, каким образом передать все это детям. И сколько бы мы ни говорили о том, что мы хотим, чтобы следующий год был годом доброты, мы все это понимаем, мы все приветствуем. Но как чувствуют дети этот призыв? Могут ли они, так же, как мы, воспринимать вот эту идею? И, на мой взгляд, самое важное состоит в том, что сегодня, после того, как выставка пройдет в этих стенах, выставка перейдет просто в обыкновенную московскую школу. И через эту московскую школу пройдет огромное количество детей. Что именно в московской школе будет проведено огромное количество лекций, семинаров, встреч с теми людьми, которые на сегодняшний момент пропагандируют эти идеи. То есть, на мой взгляд, важно начать именно с истоков, начать именно с детей. И если эта идея будет на самом деле поддержана именно самыми маленькими, теми, которые сегодня находились на этой сцене, исполняя песню, если это будет поддержано родителями, которые воспитывают детей, тогда у меня нет никакого сомнения, что мир, в котором мы живем, будет на самом деле по-настоящему добрым. И что, может быть, наша с вами мечта, через какое-то время вся земля будет просто жить без войн. Да? Вот я даже отрицание сейчас почувствовала, но я думаю, что это не отрицание, а как раз приветствие именно того, что об этом мы все с вами и мечтаем. Поэтому сегодня, получая эстафету, для меня огромная честь, безусловно, принимать эту выставку. Для меня огромная честь именно нести идеи, полученные здесь, тем, ради которых мы все с вами живем. То, что объединяет Индию, Россию, все страны мира ради детей. Поэтому сегодня в этом зале могу сказать с полной уверенностью, что у вас, у организаторов сегодняшнего действия, я по-другому его просто не могу назвать, есть очень много людей, которые вас поддержат, учитывая то, что и Министерство культуры, и Государственная дума, и, безусловно, Московская городская дума будут на этом пути всегда с вами. Дорогие друзья, еще раз чувством благодарности и с уверенностью все, что мы наметили, обязательно сбудется. Спасибо. Спасибо, Ирина Викторовна. Спасибо. Все, лампа. Дорогие друзья, программа наша называется «Парад творческого наследия России и Индии». Мы почитаем творчество индийское и их традиция. Одной из добрых традицией является зажжение индийской лампы. Это происходит обычно в важные исторические моменты, в какие-то более такие высокого настроения мероприятия. И мы считаем, что сегодня, когда мы чествуем великих апостолов ненасилия Махатму Ганди и Льва Толстого, они достойны, чтобы мы зажгли
индийскую лампу, зажгли огонь доброты. Будьте добры, к лампе мы приглашаем всех наших почетных гостей, потому что у лампы есть такое свойство, чем больше людей прикасается к ней с добротой, с радостью в душе, тем она работает, и атмосфера наполняется добротой и радостью. Будьте добры. Это очень волнительно, это для индийцев, это господин посол, да, начинает зажжение лампы, да. Елена Борисовна Миловзорова, замминистра культуры Российской Федерации. Да. Господин Рахул. Российско-индийское зажжение, традиция. Нам очень помогли в сегодняшнем событии, вообще такой был позитивный настрой на наше появление с проектом. Можно от россиян пригласить директора культурного центра имени Джавахарлала Неру, посольства Индии в Москве, господина Рахула. Да. Пожалуйста. Да-да-да. А что, нету запасных? Ну, будем считать, что господин Рахул всегда с нами. Спасибо большое. Дорогие друзья, с 2009 года проект был показан, как я говорила, в 15 городах, 8 регионов. И начался он в год Индии в России. Показом этой выставки в Государственном музее Льва Николаевича Толстого, который сегодня представил нам часть экспозиции, знаменитая копия письма к индусу, предисловие которому сделал сам Махатма Ганди, и копии переписки. С нами вместе директор тоже музея, она обязательно нам скажет свое доброе слово. А сейчас, как это начиналось, телеканал «Культура». Парад творческого наследия. Этот международный проект в рамках Года Индии в России представляет фотовыставку «Лев Толстой и Махатма Ганди. Уникальное наследие». Ганди и Толстой никогда не встречались. Их связывала переписка 9-10 годов прошлого века. Всего 5 писем. 3 отправил индийский философ, 2 и задолго до своей смерти великий русский писатель. Несмотря на разноязычие и большую разницу в возрасте, они были единомышленниками. Оба отрицали насилие в достижении каких-либо целей. Оба искали точки соприкосновения между культурами и религиями разных народов. На выставке представлены оригиналы документов, оказывающих этапы жизненного пути Толстого и Ганди. Размещены цитаты из писем, в которых отражены их духовные поиски. Она имеет некий такой публицистический газетный стиль. Но она, может быть, не такой яркий выставочный вариант, но она очень глубока по мысли, по подходу. В столичной галерее на Вспольном открылась выставка художников-нонконформистов, то есть несогласных.
Позиция никогда не считалась главным фактором творчества. Но в условиях несвободы она становилась... Ну, это немножко, да, это потому что мы увлеклись телеканалом. Но ничего, это в знак благодарности ему за освещение. Дорогие друзья, по резолюции Организации Объединенных Наций 2 октября, день рождения Махатмы Ганди, проводится Международный день ненасилия. В этот праздник мы всегда стараемся быть в посольстве. И именно к этому дню мы приурочили празднование в Московском доме общественных организаций, празднование Международного дня ненасилия с показом этой выставки. Будьте добры. Гости праздника, согласно индийской традиции, украсили памятник Ганди цветочными гирляндами и спели несколько песен. Некоторые из присутствующих не из школьных учебников знают о событиях 60-летней давности, когда в Индии шла война за независимость. Я из политической семьи. Мой отец воевал вместе с Ганди за независимость страны. За это ему пришлось 8 лет провести в тюрьме. Сколько помню его рассказы, отец всегда восхищался речами Махатмы Ганди. В день рождения Ганди по резолюции ООН также отмечается Международный день ненасилия в честь человека, который всю свою жизнь положил на то, чтобы в мире не было конфликтов. Не зря Ганди при жизни стали называть Махатма, что значит «великая душа». Побольше узнать про лидера освободительного движения Индии можно на выставке «Махатма Ганди. Лев Толстой. Уникальное наследие», посвященной знаменитой переписке двух апологетов ненасилия. Эта выставка не пылится на полках, она востребована. Мы ее показали уже в 9 городах 6 регионов России. И практика показала, что именно просветительским путем, не запретами, не указами, мы можем изменить сознание людей в сторону доброты, любви и согласия. То, и к чему призывал нас великий Махатма Ганди. Ганди считал Толстого своим учителем. Оба великих гуманиста верили, что насилие порождает только насилие. Тема толерантности поднимается сейчас все чаще, на самом высоком уровне. А такое понятие, как толерантность, оно важно для современного мира и, в частности, для современной России. Поскольку в процессах глобализации, в которых мы сейчас находимся, иногда обостряются различные социальные, межнациональные, межрелигиозные отношения и понимание друг друга. А понимание возникает тогда, когда люди знают и понимают культуру друг друга, чрезвычайно важно. Проект «Открой доброте свое сердце», в рамках которого проходит выставка «Махатма Ганди. Лев Толстой», завершится в Москве в Международный день толерантности 16 ноября. До конца 2011 года с экспозицией смогут познакомиться жители Липецкой области и города Цхинвала, Республики Южная Осетия. В Липецкой области мы побывали, в Цхинвал, конечно, не добрались, там были неспокойные времена. Но я думаю, что мы обязательно появимся еще с этой темой в зонах конфликтов, в каких-то местах, где особенно проявляется зло и насилие. Думаю, что это как-то снивелирует атмосферу в этих местах и сознание людей. Один из самых таких интересных для детей показов был показ в Тверской области, в Центральной библиотечной системе. На базе этой выставки тоже прошло много экскурсий школьников, и канал ТВ-центр сделал такой достойный репортаж на эту тему. Индусы считают его своим духовным лидером и наставником. Однако сам Махатма Ганди одним из своих первых учителей считал писателя Льва Толстого. Об этом могут узнать посетители выставки, открывшейся в Твери в рамках проекта «Открой доброте свое сердце». Махатма Ганди и Лев Толстой. Уникальное наследие. Эта выставка-проект открылась в рамках прошедшего года Индии в России. Здесь представлена переписка индийского философа и политического деятеля Махатмы Ганди со Львом Толстым. Как известно, русский писатель оказал большое влияние на мировоззрение Ганди. Он читает книгу Толстого «Царствие Божие внутри нас»,
где вот эта тема «Непротивление злу насилием» прозвучала очень ярко. И он благодаря Толстому понял, оформил вот это свое мировоззрение. Толерантность и гуманизм – вот что проповедует Махатма Ганди и продолжает проект «Открой доброте свое сердце», который пробудет в Твери целый месяц. Эта программа поддерживается Министерством культуры России, и в ее рамках также проводятся самые разные образовательные конкурсы и семинары. Стоит провести какую-то, знаете, как конференцию, как дискуссию. Очень хотелось бы, чтобы ребята высказались. Знают ли они, кто это? Знают ли они, почему вот эти два имени рядом? Экспонаты выставки подарены для российско-индийского проекта Национальным мемориальным фондом Махатмы Ганди. В рамках проекта представлены репродукции картин с изображением Ганди. Также здесь можно увидеть национальную одежду Индии – сари и курта-пижама. Махатма Ганди известен как лидер освободительного движения Индии от колониальной зависимости Англии. Тогда отказ индийцев от британского текстиля стал ключевым событием в обретении независимости. А символом определенной свободы считается простая прялка, которая изображена на многих гербах индийских штатов. Ганди обращается к народу и говорит, мы сами можем ткать ткани. И всех посадил за эти прялки. Английские экономисты и политики сказали тогда, что нам дешевле уйти из Индии, чем остаться в ней, поскольку не было уже интереса финансово-экономического. Идею и художественное своеобразие выставки «Махатма Ганди и Лев Толстой. Уникальное наследие» оценили и коренные индийцы, живущие в Твери. Приятно смотреть, что кого-то уважает наша культура, как мы в самом деле. Презентация совместного проекта завершилась традиционным индийским хороводом дружбы, символизирующим мир между всеми народами. Ольга Софийская, Максим Колосов, ТВ-центр. Свет, будьте добры. Поскольку проект «Наполним добротой сердца детей» был очень таким масштабным, длительным в течение нескольких лет, хочется отметить, что с нами всегда на этой дороге творчества и просветительства был замечательный коллектив «Центр эстетики и красоты Катюша», которая в прошлом году исполнилось 20 лет, и вся их деятельность шла под девизом «20 лет дорогою добра». И сегодня в честь великих апостолов ненасилия Махатмы Ганди и Льва Толстого и вам на радость, дети знакомят вас со своим таким интернациональным творчеством «Танцы разных народов». И по традиции концерт начинается стихами о доброте. Пожалуйста. Лизонька. Лиза, постоянная наша участница, талантливая. Творите добрые дела! Они обратно к вам вернутся, и в каждом сердце отзовутся. Творите добрые дела. Не по одежке, по уму всегда входящего встречайте. И хлебом, солью привечайте, наполнив ветхую сумму. Без дел молитва не сильна, ее Всевышний не услышит. Пока жива душа и дышит, творите добрые дела. С большим удовольствием в центре исполняются индийские танцы, поскольку они считают это действительно такой доброй энергетикой, очень красивые, позитивные. И сейчас вашему вниманию индийский народный танец. Центр «Катюша». Mira.
Спасибо. Вашему вниманию горский танец.
Сейчас еще кавказский танец будет. Нет, это и есть кавказский. Это есть кавказский. Это есть кавказский. Цыганский, цыганский включай. Хорошо. Исполняется цыганский танец. Спасибо, Диана. Она все может исполнять. Замечательно. Все-таки цыганская, да, это что-то такое сродни индийскому, вот это по энергетике. Всегда, когда было грустно русским людям, они шли к цыганам. Друзья, наполним добротой сердца детей проект. Начался с марша доброты в парке Дружбы в день солидарности в борьбе с терроризмом. Дети шли с транспарантами, сделанными своими руками. Мы за доброту присоединяйтесь. Был концерт-митинг с участием бесланских школьников, бывших заложников Беслана. Было много мероприятий, опять же, по колониям, по социальным приютам. И закончился проект на определенном таком этапе парадом дружбы, который прошел в префектуре Северного округа, где, как и говорила Светлана Львовна, родился этот проект и развивался. Итак, пожалуйста, репортаж телеканала «Москва-24». Вы смотрите «12 округов», и мы продолжаем говорить о севере Москвы. Все самое светлое в мире создано благодаря добру. Поделиться им решили участники парада «Дружбы культур и народов. Наполним добротой сердца детей». Идея создания такого фестиваля появилась у организаторов мероприятия давно. Впервые ее воплотили этой осенью. В парке «Дружбы» на речном вокзале провели праздничный концерт и митинг. А завершилась акция только теперь. Финальным аккордом под девизом «Присоединяйтесь к доброте» стал парад культур. Танцы народов мира, песни, стихи, живая игра на музыкальных инструментах. А в вестибюле представили фотоработы и рисунки тоже на тему добра и дружбы. Творчество детское на тему доброты и любви говорит нам о том, что дети не растратили свои добрые чувства. И они через рисунки, через сочинения смогли выразить свое представление о доброте. Мы начали наш концерт с индийского танца,
А поскольку у нас российско-индийская тема, концерт заканчиваем танцем русским «Сельская полька». Пожалуйста, браво. Да, остаемся, девочки, на сцене. Сейчас, друзья мои, в завершение мы приглашаем уважаемых почетных гостей, уважаемого господина посла, приглашаем на сцену. Каждый праздник, особенно такой доброты, должен заканчиваться обменом каких-то подарков на память и получить из рук посла такое радостное будет для нас большой честью. Будьте добры. Пожалуйста, на сцену. Ирина Викторовна, Светлана Львовна, пожалуйста, туда. Да. На сцену, да. Сейчас пройдет. Так. Я прошу подняться на сцену директора Государственного музея Льва Николаевича Толстого, Наталью Алексеевну Калинину. Наталья Алексеевна, вы с нами? Нет, но она была здесь. Тогда сейчас наступает такая важная минута. Господин посол так символически передает эстафету в гимназию, и передав Ирине Викторовне портрет Махатмы Ганди, таким образом, как огонь, такой, как часть философии ненасилия, идет сразу к вам и освещает ваши действия. То есть мы думаем, что успешно все пройдет в учебных заведениях. Давайте поговорим.
такой же портрет будет передан в дар и музею Толстого. Так что, Ирина Викторовна, да, спасибо. Сейчас уважаемым гостям будут подарены и детям, участникам подарены подарки от посольства. Индийские сладости, такой просветительский проект «Откройте Индию», там, где дети могут увидеть об марке, книги об Индии и так далее. И книги, где эти? Да, будьте добры, это детям, да, детские? Пожалуйста. Поблагодарим наших талантливых детишек. Центр «Катюша». Если у нас так возникнет, и Вселенная нам откроет поездку в Индию, то мы обязательно возьмем этот ансамбль с собой. Дружба должна быть между детьми. Да. Спасибо большое. Да. А букет где? Где букет? Да, и букет. Вот я вас представлю. Руководитель представительства Тульской области в Российской Федерации Ольга Николаевна Татарченкова. От имени губернатора Тульской области Владимира Груздева я хотела бы господину послу вручить книгу «Ваш Толстой». Так удивительно, что все-таки доброта рождается в основном женскими руками, понятное в мире. Поэтому здесь такие прекрасные наши почетные гости. И именно нашим женщинам, почетным гостям, дарится букет от посольства. Да. Ирина Викторовна Ильичева и Светлана Львовна Гудкова и... Ольга Николаевна Татарченкова. Да. Да. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, сейчас все вместе. Вы, пожалуйста, подпевайте. Это очень серьезная песня. Называется «Песня о доброте». Дети с радостью исполняют это, как такая детская установка. Дети уже приглашают нас на дорогу доброты. Поэтому оставляем пакетики и начинаем петь. Песня о доброте. Друг другу желать добра.
Дети дарят вам с большой любовью за ваше внимание цветы в зал. У нас атрибутом проекта были флажки с нравственными такими надписями: «Радость», «Согласие», «Идем дорогою добра», «Дружба всего дороже». Вы знаете, как работают эти флажки? Они стоят дома, и если ты встаешь и видишь «Иди дорогою добра», ты уже не пойдешь куда-нибудь в другую сторону. Это энергетически. Да, Ирина Викторовна. Да, господин посол. Да, спасибо вам огромное. Друзья, мы не прощаемся с вами, а говорим вам до свидания, до встреч на дороге доброты. Да-да-да. Большая к вам просьба, не растеряйте вот эту радостную энергию и как-то по-доброму истратьте ее на фуршете, и на прощание возьмете на этом столе книги о Махатме Ганди, журналы с нашей программы. Берите все на память. Даже Мария Бурдукова, иди сюда, написала стихи посвященные, настолько вдохновилась этой выставкой, что написала стихи. Нет, она их не помнит, но она их писала. Экземпляров возьмите, называется «Два мудреца». Так что огромное спасибо за этот теплый праздник. А теперь, друзья, на фуршет.